Привет, меня зовут Андрей. Вот сейчас находимся на продаже оборудования, управляемый прокол почвы. Вот, купили мы его за 385 600, продали за 650 000. Сделку буквально сделали за 2 недели. 31 числа выиграли на торгах. Вот сегодня продаем, сегодня 14 число. Это и то из-за праздника. Если бы были не праздники, мы бы продали это в течение 2 дней даже. Вот так. Вот, вот погрузка проходит. Там сам покупатель, который приехал с Краснодара, сам занимается сейчас погрузкой. Все, мы только стоим, смотрим. Так что вот так вот, ребят.